Всем привет! Вот такой вот измельчитель мелких веток. Вот одна куча накидали в разброс. Это плохо. Помощники сделали мне. Лучше, конечно, вот как дед обрезает и сразу складывает толстыми концами прямо в корыто. Удобно брать туда, удобно переносить. Они вот так вот свалены на кучу. Ну, перемолотим, конечно. Вот, смотрите, такой патрубок, примерно 200 на 200 сделанный там. И там он, ножи, видно, оно блестят, оно ходит ножи. Это я вал, он кручу рукой. И там он ножи. Моторчик стоит. И выключатель, вот он здесь спрятан, два конденсатора для запуска и рабочие одновременно. Так, временная передача, вон видно электродвигатель крутится, и щиток. Так, конечно, было лучше вертикальная подача, но получилось примерно 60 градусов. И сейчас я вам покажу, как он запускается. Вот он запускается одной кнопкой. Нажимаем. Это маховик. Так. Поставим камеру. Вот берем ветки, удобно, когда толстыми краями сюда, и вот так вот проверяем. Взяли, направили, пучком, как веник. Не буду ваше время занимать. Так, выключи. Маховик такой сделал. Ламит на металлоломе. Немножко бьет, но все равно работает. И на сланце сделал. И насадил на вал. А вот такая вот мелочь получается. Можно и топить, конечно, но для мульчи отличная штука. И получится два ведра из двух куч. Вот ножи они, видно, вот. Ножи сделаны по принципу струального станка. Вот здесь вот пара. Вот пара стоит. И с этой стороны пара. Вот. Значит, ножи с рессоры. По два штуки. Удобно снимать, затачивать. И даже они регулируются. А регулируются вот с этой стороны. Вот, вот они. Видно пазы. Вот один паз. И второй паз. Отпускаются гайки и чуть-чуть пододвигается к ножам планка. Так. Работу показал. Ну, давайте покажем и как выглядит и здесь. Вот они.
патрубок такой. Можно было сделать и побольше. Вот они, крепления. И подача. Вот это уголок, а к нему крепятся еще одни ножи. То же самое. То есть не просто планка там стоит, а закаленная планка. Есть видео, где я полностью это все рассказываю. Если захотите, заходите на плейлист, посмотрите там. Мощный мотор, где-то 2 киловатта, тяжелый. Ну, надо вот это вот поменять на широкие колеса, чтобы можно было и по грунтовой, а не по асфальту таскать. И здесь вот, ну, такая вот передача ременная. Спасибо, что зашли, посмотрели. Пока. До новых встреч.